Смотри, какой полтосик нашел советской мелочушки. Серебряный. Один полтинник. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Один полтинник. Сейчас тебе ее покажу поближе. Видишь, работяга шлепает кувалдой шестеренки по наковальне 1924 года. А здесь вот смотри, что есть написано. Где я тут читал? Вот. Серебра 9 грамм. Ребята, это хорошая проба, по меньшей мере 950, можно сказать, что чистая. Написано 9 грамм, а весит она 10 грамм. Вот так вот. Не верьте тому, что написано. Все нужно проверять. Чистого серебра 9 грамм, а по факту 10 грамм. Ребятки, кто хочет этот полтосик, сегодня он будет в продаже. Ссылочка в описании моего канала.